Проспект Ленина – важная транспортная артерия Октябрьского района. Здесь всегда оживленный трафик, пролегают автобусные и трамвайные маршруты, а неподалеку расположены станции метрополитена. Летом прошлого года дорогу отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновили участок протяженностью 1,8 километров от улицы Полевой до Новосадовой. Для поддержания нормативного состояния дорожного полотна на проспекте Ленина регулярно проводят уборку и вывоз снега. Прошедшей ночью здесь работало 6 единиц техники. Один грейдер, один лаповый погрузчик и 4 самосвала. Лаповый погрузчик зарекомендовал себя как высокоэффективный вид коммунальной техники для работы в зимний период на автомобильных дорогах. Грейдер осуществлял расчистку снега со стороны трамвайных путей. За ним следовал лаповый погрузчик, который загребал снежные массы с проезжей части. После этого снежные валы поднимаются по конвейеру, погружаются в самосвал с последующим вывозом на специальные площадки. За качеством уборки со стороны управляющей компании следит депутатский корпус Октябрьского района. Благодаря слаженной работе администраций, муниципальных предприятий получилось выстроить систему уборки снега и его вывоза за пределы Самары, благодаря которой мы можем насладиться удобной, хорошей дорогой, отремонтированной. В связи с отсутствием снегопадов в последние дни подрядчики проводят работы по расширению проезжих частей, формированию снежных валов с последующим вывозом на специальные площадки и обработке противогололедными материалами. Это видно, это заметно. Сейчас это оперативно делается. Я бывает даже вот смотрю из дома даже ночью. Только снег прошел, ночью уже чистят. В ночь на 27 февраля для уборки улиц городского округа Самара задействовали 199 единиц техники. За сутки было вывезено около 5000 тонн снега, а с начала сезона более 380 тысяч тонн. В дневную смену 27 февраля для уборки задействовали 294 машины и более 3000 уборщиков. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.